поскольку в моде всяческие рейтинги и опросы, то мы тоже провели опрос. Цель данного опроса – поиск настоящих героев. Как в компьютере. Нажимаешь кнопочку «Поиск». На вопрос, кто же незаслуженно находится в тени, труба получила следующие ответы. Игорь Кононец, директор магазина, говорит, что это его друг Виталий Сорокин, ростовчанин, уехавший в Америку лет 12 назад. Причина – сверхоригинальный взгляд Сорокина на устройство мира. Элина Нестерова, преподаватель истории англо-американской литературы, считает, что это Валерий Посиделов. Причина – достаточно талантливый человек, чтобы быть в центре внимания. Александр Гребенчук, продавец магазина музыкальных товаров, считает, что незаслуженно в тени находится музыкальный проект «Фигура». Причина – достаточная талантливости таких людей, как Олег Гапонов и его сотоварищи, составляющие фигуру. И вообще, фигуру в Москве знают лучше, чем в Ростове. Абсурд. Виктор Синюк, студент университета факультета журналистики, считает, что незаслуженно в тени находится он сам. Глеб Мусатов, поэт и фотограф, считает, что незаслуженно в тени находится он сам, Сергей Высоцкий, шоумен, певец и промоутер Илия Матиусова. Сказать, что эти личности находятся в тени, не совсем верно, но в то же время они явно переросли город. При этом из города не уезжают они, потому что очень его любят. Словом, есть явная недооценка в мировом масштабе. Поиски настоящих героев продолжаются. Шлите свои сообщения на пейджер 322447, абонент 1004. Мы продолжаем поиск героев. Поиск героев просто для жизни и для нашей программы. Борис Гребенщиков в одной своей очень известной песенке пел про номер, 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 номер. В наше время важно не просто набрать номер, но еще и услышать некий автоответчик. Штирлиц был очень удивлен, услышав, что на автоответчике ничего нет. Наверное, в России до сих пор не знают, что такое автоответчик, подумал опытный разведчик. Он еще не знал, что следующее сообщение будет от вас. Как-то я читал в интернете споры на тему, можно ли честно зарабатывать больше 10 тысяч долларов в месяц, живя здесь. Вот. В принципе, я считаю, что можно. Другой вопрос, что не криминальным путем остаться при этом живым, здоровым и эти деньги себе оставить, там, я думаю, что невозможно. Но, во всяком случае, я не представляю, как это сделать. У массы структур, там, не обязательно криминальных, у любых структур возникают вопросы, там, что это такое за богатый завелся у нас человек. Вот. Тем паче, когда зарабатываются деньги как бы людьми, это ж воздух, по сути, ну, в представлении людей. Что такое сидеть за компьютером, щелкать клавишами и раз в месяц получать 1000 долларов? Я зарегистрировался, мне начисляются какие-то деньги. Ну там, пока маленькие, будут больше, я надеюсь. Вернее, не надеюсь, а как бы идея такая. Идея может принести много денег. Вот. Но обычно каким-то образом должны быть зарегистрированы отношения с людьми, которые тебе платят денег. Здесь ничего. Заполнил форму в интернете, отправил, даже никто не видел эту форму. Ты нигде не расписываешься, ничего. Оставляешь свой домашний адрес. И на почту приходит чек там, на иную сумму. Ты его идешь и обналичиваешь. В принципе, просто. Вот. Но это просто в Америке. То есть человеку начислили там, 12 тысяч долларов. Он пошел, сразу заплатил налоги, вот, получил на руки свои 7,5 и унес их домой. Ну что, в молчанку будем играть или поделимся информацией? Никакой адвокат вам сейчас не поможет, так что после сигнала обо всем подробно излагаем! Когда-то президент IBM думал, что всему миру нужно будет 4 компьютера, потому что они занимали там как комната размером. А в каком-то там 97-м году их было продано столько же, сколько автомобилей, миллионы какие-то. То есть, когда это все разобьется, наверняка придется, ну, каким-то образом в законодательство вводить там
как бы какие-то пункты, которые упорядочат эту работу. Пока что вот мне представляется бардак там, как бы, по заработкам в интернете. С таким вот. То есть более того, я людям не могу объяснить, там существует еще одна страница, на которой можно скачать автоответчики, ну, то есть сообщения для телефона. Здравствуйте. Поговорить сейчас не получается, поэтому представьтесь, пожалуйста, изложите дело и оставьте свои координаты. Вам обязательно перезвонят. Спасибо вам. Народ не может начитывать в автоответчик текст, потому что либо он начинает монотонным голосом говорить, там никого нет дома, оставьте сообщение, либо ставить стандартные какие-то сигналы. Вот мы записываем маленькие сценки там по 10 секунд. Сегодня этих молчанов, которые в автоответчик дышат, душили. А вы, кстати, говорить что-нибудь будете? Я даже на этом этапе не могу людям объяснить, сколько я это не рекламирую, что это бесплатно. То есть сам принцип появления денег, все задают вопрос, а я должен за это платить? А как я должен платить за то, что я скачаю? Ты не должен платить. Просто скачивай то, что тебе нравится, и все. А как ты получишь деньги? Мне сайт заплатит. А сайт откуда деньги возьмет? Не знаю. У сайта вот они есть, он их почему-то эти деньги раздает. Зачем он это делает? Ну, видимо, размещает на сайте рекламу других фирм. Вот. А в чем тогда смысл? А зачем я качаю ничего не... То есть вот по замкнутому кругу, там, у народа как-то еще существует, что он должен по какой-то карточке там что-то перечислить куда-то, а карточки нет. Вам предстоит ответить на 3 простых вопроса, увы, типичных для нашего времени. Как вас зовут? Что делать? Едят ли курицу руками? После сигнала говорите. Докладает база торпедных катеров, прапорщик отвечайка. Готов принять вашу телефонограмму. Уключаю запись. О! Молодежь Дона всегда знает лицо своих героев. Этот певец и композитор нравится буквально всем девушкам нашего города. Ну покричали. Обычно девушки звонят мне по телефону, предлагают встретиться, пишут записки с всякими различными предложениями интересными. Бывает, на концертах девушки часто пытаются залезть на сцену для того, чтобы либо поцеловать, либо был случай, там снимали часы, протягивали. Ну, в общем, есть проявление публики. Ты, наверное, уже догадался, что тема нашего сегодняшнего разговора посвящена предстоящему Дню Святого Валентина. Никогда не думал о себе как о таком любимце женщины. Хотя, как бы стараюсь выглядеть стильно, и раньше считал себя непрофессиональным Казановой. А почему непрофессиональным? Ну, как бы систему не разрабатывал, спортом это тоже не было. Просто нравилось мне раньше много девушек, достаточно искренне. Я считаю, что женщину нужно завоевывать не деньгами, а собой. Ты говорил, что у тебя было достаточно много девушек. Не тяжело было всех завоевывать? Ну, во-первых, мне это нравится. Во-вторых, как бы единственное оружие завоевания для меня – это моя музыка. Хотя с тех пор многое изменилось. А если не секрет, что? Ну, все банально. Встретил ту единственную, любимую для себя. Все произошло на одной вечеринке. Я там пел, было весело. Ну, вдруг увидел ее. Это была как бы любовь с первого взгляда. То есть вот так. И все, понял, что это моя единственная для себя. И кто же эта таинственная леди, похитившая твое сердце?
таинственная леди, аспирантка педагогического университета. Звать ее Катя. И мне кажется, что каждый мужчина как бы мечтает об этом, чтобы найти свою единственную женщину. А все вот эти беспорядочные связи, это скорее показуха. Такой своеобразный подростковый фарс. И скорее, чтобы показать себя как Дон Жуан среди друзей. Игорь, а как ты поздравишь свою любимую с праздником? Вообще-то я посвятил ей песню. Думаю, для нее это лучший подарок. Она это оценит. А цветы? Ну, конечно, много цветов. Хотя, если честно, праздник любви у нас с Катей всегда. Который неизбежен, если, конечно, мы еще живы. Итак, 13 февраля, день рождения пародиста Александра Пескова. Александру исполнилось 39. Ничто по сравнению с суммой лет пародируемых им персонажей. Близкой трубе Жанне Агузаровой, неблизкому трубе Валерию Леонтьеву и всенепременному Абэпу. Кто же это такой? Алле Борисовне Пугачевой. 13 февраля родился Дмитрий Ревякин, который как навел несколько лет назад мост, так тот теперь и стоит, и называется Калиновым. Труба — это просто название у вас суровое, то есть солнечное, имеется в виду. Труба — это древний, безусловно, символ. Связан он с пылью, с дорогой, с мужеством, с преодолением себя, с победой в конце концов. Я желаю вашей передачи от дружного сплоченного коллектива серьезных работ, чтобы вашу программу любили телезрители, чтобы был обмен между вами и зрителями. И, конечно, юбилея вам. На семи холмах кто тебя согрел? Кто тебя любил, недолюбил? Пишите, звоните. 32-24-47, абонент 10-04. Это пейджер, а телефон поменялся. Теперь он звучит так. 40-84-05. Записывайте или запоминайте. Завтра нет без края. Крохи собираем. Рядом ты была, перетла крыла. Было невдомек, я не доглядел. Косы расплела, по воду шла. Стынет поцелуй. Кто тебя учил? Кто чего сказал? У семи дорог кто тебя женил? Кем тебя венчал? Вместе мы с тобой, родная. Из конца в конец без края.